Правила формирования огурца в грунте. Формирование огурца способно повысить урожайность, ускорить и продлить плодоношение. При формировании обязательно учитывайте особенности каждого из выращиваемых сортов. Верхушку главного стебля прищипываем, когда она достигнет длины 80-100 см. Боковые побеги прищипываем при длине 40-50 см. На всех боковых побегах первого порядка вырастут еще побеги второго порядка. Их оставляем длиной не более 15-20 см. Не допускайте сильного роста боковых побегов. Это приведет к пожелтению и высыханию завязей. Не загущайте посадки, иначе будет много мужских цветков, пустоцветов. Не заливайте посадки. Избегайте сильной затененности. Это может также привести к засилию мужских цветков. Постарайтесь подвязать огурцы на 60-70 см над почвой. Так легче бороться с вредителями и болезнями. Если вы все сделаете правильно, то вас ждет длительное плодоношение и отличный урожай. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.